Всем привет! А вот мне тут в комментариях написали, что мой любимый Кизару выпустил новый альбом. Что-то в последнее время я заметила, что ребятки, которые еще год назад пели черти что, выросли из коротких штанишек и начали себя искать и к чему-то новому стремиться. В общем, ребята стали расти. И уже более серьезная у них музыка появилась и много чего еще. Вот, поэтому решила уделить время Кизару и послушать его новый альбом, потому что новое, оно, знаете, всегда чего-то должно, ну, что-то должно изменить и что-то привнести новое. Вот, значит, альбом называется «Назад в будущее». Про это я тоже хочу сказать. Что-то с будущим в сентябре у нас просто какое-то очень большое желание с будущим связать свою судьбу. Многие пишут песни на эту тему. Итак, Кизару, «Только взгляни». Это один из треков альбома «Назад в будущее». Во, как я сложно сказала. Ну давай, Кизару, удиви меня. Просто так выбрала. Может, неудачно, не знаю. Прямо там, то взгляни, новый дизайн, то взгляни, ян баги, то взгляни, будут проблем, то взгляни. Прямо там, то взгляни, новый дизайн, то взгляни, ян баги, то взгляни, будут проблем. С моей дети на ее губе, едем сигареть, хотя ждет целый горе. Вот мой стрелок в Петербурге, мой стрелок в Москве, юго-запад, центр, бой, мои стрелки везде. Горячее всех в этой суд. В моем банте горит свежий пепл лемон кук. Russian most wanted, если хочешь, то загуг. Мы живем жизнь, пока вы дохнете от скуки. Два следующая станция будет называться госпиты. Я вижу эти сучи, хейт, рев насквозь, маны. Вокруг меня кружат эти холохоз. Когда я в теле, происходит холокост. Кизару, чёрт, психу надоел читать, что круче все. Большой аппетит, я постоянно очень хочу есть. Слава богу, моя муза всегда приносит мне на хлеб. Если ты со мной, то тогда благослови мой темп. Я макар, ток звени, новый дизайн. Я держу курс на луну. Я верил, насколько ты крут. Ты при виде врага исчезаешь со своих двух. Ни на кого не рассчитывай, эти суки, они все паразиты, мэн, они все рядом. Только когда в своем кармане пора, большой гонорар. Да, это твоя сука, но она пришла за мной. За мной гэнг. Вот он не меняется. Хит за хитом, они все такие, да кто такой? Я все помню, парень, но мы совимся с тобой потом. Кэшфлоу, денежный поток. Тянешь лепесток, мои рифмы летят через запад на восток. Прямо там, то взгляни, то удивай, то взгляни. Прямо боги, то взгляни, вот проблем, то взгляни. Прямо там, то взгляни, то удивай, то взгляни. Прямо боги, то взгляни, вот проблем, то взгляни. Прямо там, то взгляни, то удивай, то взгляни. Прямо боги, то взгляни, вот проблем. Так, ну, в общем, короче, я все поняла. Я просто не стала дослушивать, знаете,
Вот обычно я на Оксимироне это говорю. Я когда слушаю его, иногда раз и кончилась музыка, и я так удивляюсь, что так быстро. А на Кизару, вот, ну, может, неудачный трек, как-то я подустала слушать одно и то же. Вот, поэтому думаю, что ничего нового я не услышу. Вот, ну, что хочу сказать. Я же должна плюсы и минусы найти, да? Из минусов, что смысл нового альбома, боюсь, ничем не отличается от смысла старого. Все то же сучки и все то же, все про то же. Из плюсов. Он, конечно, немножко изменился. Вот, ну, то, вот эта музыка, она вот как бы одинаковая. Вот понимаете, ну, бывает вот красивая музыка. А бывает бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот она вот такая. Но почему плюс? Она немножко другая, не такая, как у Кизара всегда. Поэтому раз другая, то, возможно, все-таки чего-то там изменилось. Вот. На что я еще обратила внимание в положительном плане? Ну, так как текст там понятен, да, и он отрицательный для меня. Вот. Но есть отдельные реплики. Вот я всегда говорю, что вот когда в лоб не надо. Когда в лоб там рассказываешь о чем-то, оно как бы некрасиво звучит, надо как-то из-под воль. Вот. И тут было такое несколько моментов, которые красиво были сказаны, но по смыслу-то ничего хорошего они не несли, но красиво были преподнесены, и это плюс. А вот, поэтому не могу сказать, что я в восторге от этого трека Кизару, но в Москву приехал. Что, пустили? Я не поняла, он про Москву там пел, или это он мечтает про Москву, в Москве побывать и говорит, как у него там круто, а у нас тут как плохо. Но если он поет про Москву, значит, не все так плохо в нашем королевстве. Всем пока!